На Лазурном берегу пострадали больше 40 человек. Они стали жертвами паники. В городе Жуан-Ле-Пен люди приняли хлопки петард за звуки выстрелов. Что происходило на улице, где расположено кафе и рестораны, можно судить по кадрам, которые прислал нам гражданский репортер. Видно, как посетители вскакивают со своих мест и беспорядочно бегут. Кто-то падает на разбитую посуду, а 8 человек были доставлены в больницу с порезами. У большинства пострадавших ушибы, полученные в давке. Французская полиция тоже изучает эти кадры, чтобы понять, кто же бросил петарды. Предварительная информация, это сделали хулиганы, которые проезжали мимо кафе на машине.